семена ранункулюса Bloomingdale's смесь окрасок высевают на рассаду в марте. При температуре плюс 10-15 градусов всходы появляются на от 14 до 20 день. Рассаду высаживают в открытый грунт после окончания весенних заморозков. К августу, когда у растений заканчивается вегетационный период и образуются клубни, цветы выкапывают и хранят в прохладном сухом помещении. Затем в мае высаживают на постоянное место. Многолетнее растение из семян ранункулюса Bloomingdale's смесь окрасок достигает высоту до от 20 до 25 сантиметров. Отличается глубоко рассеченной листвой и короткими сильными стеблями. Цветет обильно в июле крупными махровыми цветами. Ранункулюс смесь — это травянистые. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. Окраска цветка смесь окрасок —